In the olden days, when Aeroflot was responsible for everything inside the former Soviet Union, you could be assured that the standard of service would be the same, appallingly low level, everywhere. But now, since the Soviet Union's broken apart, Aeroflot has two into what we call baby flots. There are about 300 or 400 of these airlines, some much better than others. Checking in on a flight from Moscow to Murmansk, I noticed that all the bags had labels to Dresden. So I said to the check-in staff, well, excuse me, you know, how are these bags going to get to Murmansk? They all have Dresden on them. Doesn't matter. We have a tragic shortage of baggage tags. People know this means Murmansk. In Murmansk, they must have had the same problem because all the bags were marked Tripoli on the return flight. Where else in the world do you have to start from either end of the plane? Because the plane is structured that if you don't do it that way, the plane will fall over. Where else in the world do they not wake you up when you're about to land and you wake up in this froth because you think the plane's going to crash? Where else in the world does the captain get off the plane before you do? Where else in the world do you get these plastic cups that have got tooth marks on them? It's only Russia. It's got to be Russia. Don't get me wrong. Everything about flying in Russia is not necessarily negative. For example, landings are almost always smooth, probably because most of these pilots at one point or another flew fighter jets, and if you can land a Sukhoi fighter bomber on an aircraft carrier in the North Sea during the Black Blizzard in a deep fog, then you could probably land a Tupolev on an airfield during a snowstorm in Stavropol. They like to take that approach pretty steep, but when they actually get down to the tarmac, it's always very smooth. Русских пилотов всегда отличало высокое профессиональное мастерство. Русские пилоты никогда не надеются на автоматику. Автоматика – это у них как вспомогательное средство. А вообще пилоты русские летают, как говорится, своим собственным соображением, своими собственными руками. Больше всего нам не нравится сейчас в авиации, это то, что вот эта вот разношерстность. У нас сейчас около 400 авиакомпаний. Ну, к чему это ведет? Это резкое снижение безопасности полета. Русские пилоты всегда были на высоте. Они чувствовали всегда, что безопасность полета – это всего. Для них не существовали там сейчас какая-то коммерция, какая-то это. А сейчас больше захватываются вот эти вот именно коммерческие вот эти соображения. То есть безопасность встает на второе место, а коммерция и бизнес встают на первое место. Вот это нам очень не нравится. Отключение справа. Отключение слева. О полетах я, наверное, начал мечтать, как только научился ходить. Когда как-то нужно было показать себя, что я уже могу что-то сделать, могу что-нибудь полетать. Значит, есть такие крыши высокие, типа финских построений. Я забрался на эту крышу. А чтобы сделать какой-то такой интересный очень эпизод, в смысле, как прыгнуть как бы с парашютом, я взял у мамы своей большой, огромный платок, которым накрывались они как в свое время, взял, значит, сделал типа парашюта и взял, оттуда спрыгнул прямо в сугроб. Очень интересный был эпизод, когда я прыгнул, от напора этот платок разорвался, и я прямо в снег с большой нагрузкой. Хорошо, что снег.
после распада компании, единой компании «Аэрофлот», нам остается только донашивать эту форму, которую мы носили раньше. Правда, сейчас вот в Домодедово обещают нам в мае-июне месяце пошить новую форму, которую будет носить летчики нашего предприятия. Летный состав всегда получал очень мало. И вообще не ясно было, как ты рассчитывал, чтобы оплачивать труд летного состава при нашем тяжелом и нелегком, можно сказать, труде. Летный состав получал мало. То, что касается сейчас, то тоже оплата настолько низкая, что, в принципе, говорить на эту тему, честно говоря, просто стыдно. Ну, сейчас зарабатывают очень небольшое количество, если конкретно сумму назвать, 1,5–2 миллиона, не больше. На таких тяжелых кораблях, как Ил-62. А на маленьких кораблях получают значительно меньше. My Israeli colleague and I are coming back from the middle of nowhere. It's Friday morning, Sabbath the next day. He's already panicking. He's got to be back in Tel Aviv for the Sabbath, and there's just no question about it. And we're already cutting it very fine. Delays in getting petrol and formalities of, you know, the usual sort. And the problem is we're arriving at Vnukovo, the domestic airport. We've got to get to Sheremetyevo for the international flight, and there's no way we can do it. My colleague and I, we sit thinking about, you know, what can we possibly do, and he's already sweating at this stage. So I'm dispatched up to the cockpit to go and discuss what could be done. Eventually I come out and say to the captain, can you do an emergency landing at Sheremetyevo, and what is it going to cost? So they have a little conference amongst themselves. I'm sent back into the cabin. $1,000 and everything will be fine. So we got our greenbacks out, paid him the $1,000 up front. He did an emergency landing at Sheremetyevo, taxied right next door to the El Al flight. And my colleague got off the plane, down the steps, went up the steps of the El Al flight, and took off to Tel Aviv. It's come a long way, I think, since Perestroika, but nonetheless, it's the same as most parts of privatization in the country, in that it takes one step forward and three steps back. The airport's a reflection of this as well, you know, the state of the people here, everything else that's going on here. Some of it's good, some of it's bad. They're trying to teach air traffic controllers English, and at the same time, there's no fuel in Kamchatka. My biggest worry as a businessman now is not so much flying out to places. My worry now is, will I be able to get back to Moscow? Because will there be an aircraft available? Will there be a flight crew available? And will there be fuel? And that is very typical of the country, the uncertainty. I don't think that there's ever been such a more perceptive statement about Russia than Churchill's original one, this idea of a riddle wrapped in a mystery, encapsulated in an enigma, something along those lines, to paraphrase. But the more I stay here, the more I realize just how perceptive that comment is. Pulkovo, the airline out of Petersburg. I remember once being delayed for about 16 hours on the tarmac in Moscow, waiting to take off Petersburg because of fog. And we took off. And we were coming to land. This was about 11:30 in the evening, coming to land into Petersburg. And just as we were about to touch down, up came the wheels and the plane, bang, to the right. Sorry, they said, too foggy, we're going back. And halfway through, the stewardess suddenly appeared and said, excuse me, we are taking an opinion poll. They have just opened Petersburg again, but we don't have enough fuel. We want to know, who would like to fly back to Petersburg from Moscow once we've refueled? Please raise your hands. Most of the plane raised their hands. Помню свой даже первый полет. Поднялись, с инструктором поднялся и увидел облака, солнце
мы сверх облаков летели. Это было настолько, было так красиво. Я даже до сих пор все это помню. Я ощущаю, вот, что я лечу, оторвался от земли. Облака вот они, возьми прямо рукой. Солнце светит. Неописуемо красиво. Экипаж, выполняемый рейс на Кемерово, подписан эшелон 10-100. Погода на маршруте на аэродроме посадки соответствует минимуму. Запасной Новосибирск. Проверяю первый по подканал. Я всегда думал, вот действительно, как птица летит. Она взмахнула крылом. Что от этого? Почему она вот... Она же все-таки тяжелее воздуха, птица. И все-таки она держится. За счет крылья. И что интересно, наверное, и перья даже помогают вот удержаться птице в воздухе. А как изменяет она курс? Хвостом повернула, крылом повернула. И что самое главное, что перья у нее изменились на одном крыле и на втором. Она развернулась, в другую сторону полетела. Изменила курс. Отказов слева нет. Двигатели на взлетном. Параметры в норме. С моей точки зрения, самая главная проблема – перейти на новую технику. Потому что при длительной эксплуатации одних и тех же воздушных судов, они просто физически устаревают и морально. Для мотивации достаточно безопасного выполнения полетов необходимо переходить время от времени на новые воздушные суда. Ну и еще что я могу сказать. У нас сейчас самая главная проблема заключается в том, что нет регулярности полетов. Это связано с организацией. Нет топлива, не обеспечен аэродром. То есть все те маленькие проблемы, которые были в течение всей нашей летной практики, всей нашей работы, они все время усугублялись. We got on the plane in the airport at Moscow. Then there was an announcement. The plane wasn't going, there was a technical fault. And about an hour later, I suppose, a man came through the aircraft and he was carrying a piece of equipment, quite a big piece, and a fistful of rubles. And he explained that he had a collection going because the spare part was available in the airport, but because we were flying Tumen Airlines, which was no longer part of Aeroflot, and because Aeroflot were running the airport, they wouldn't allow the part to be fitted unless the captain paid for it. The captain had refused to pay for it, so they were making a collection of the passengers to buy a part. My part was 1,000 rubles, so I paid 1,000 rubles and sat back and waited for the part to be bought.